Всем привет, это СБ1813 или Профсайн. Продолжаем реакции из пачки реакций. Сегодня на очереди. Опять сегодня. Ладно, короче, привыкайте к этой фигне. Будет такая группа, как Burger Kill. Интересное название. Их трек Shadow of Sorrow. Посоветовал комментарий с ником Gavor Channel. NJ. Не знаю, короче, вот как сказал, так и будет. Если что, сори. Вот, вряд ли это какой-то российский канал. Короче, что это, кто это, опять же, я понятия не имею. Я еще сначала подумал, что это какие-то американцы, но вроде по фотке не совсем американцы. Но в любом случае, давайте сейчас послушаем. Там, причем, без клипа и без лирик видео, без всего, то есть чисто статичная картинка, ну, это картинка с какими-то там приколами. Просто послушаем трек. Что это и почему. Короче, поехали. Я, кстати, посмотрел, это вроде 2006 года, по-моему. Ну, звучит оно как бы на свои годы, на самом деле. Burger Kill. Я сначала, на самом деле, сначала думал, что это будет какой-то трайнкор или дот метал. А тут типа металкорчик просто. Только не модернов металкорчик. Такой типа немножко алтовенький. Вокал, конечно, да. Там на фоне пытается быть чистый вокал, но он как-то на так настолько на фоне. И так пытается, что я ничего не услышал, если честно. Я залип. Причем залип не от того, что это хорошо звучит, а залип от того, как типа в нынешнее время это невозможно слушать, на самом деле просто. Насколько же это скучное музло стало все-таки. Ну типа реально вот металкор нулевых, к сожалению, я не знаю. Это надо очень-очень любить его, чтобы воспринимать его серьезно. Это вот настолько это проходной трек сейчас звучит. Причем я даже не говорю про запись, что она плохая, все такое понятно, что это 2006 год, но просто вот именно на сегодняшний, например, 22 год, ну не знаю, я бы такой ни в коем случае не стал слышать. Просто потому что, ну это просто, правда, пережитки прошлого. И опять же, как бы, у них все канонично, ну особо ты не придерешься, если ты любишь такой жанр. Конец.
Так, ну что, вот мы послушали трек Shadow of Sorrow от группы Burger Kill, который посоветовал Гавур Channel. Ну, я в самой реакции все рассказал, я даже не знаю, что еще говорить. Типа, вот, это невозможно слушать в 22 году, когда ты уже переслушал, ну, много реально качественного, интересного музла. И если у тебя нет какой-то прям такой супер любви к металкору, а лично у меня ее нет, для меня всегда металкор был какой-то все-таки второй, как максимум, наверное, вторым жанром, да, по любви, который я всегда слушал. Поэтому нет, как бы, это невозможно слушать на данный момент, потому что это, во-первых, звучит плохо, потому что это уже пройдено временем, 2006 год, оттуда все миксы просто очень прям такие себе. Во-вторых, партии, они записаны достаточно криво. В-третьих, вокалист, это что-то вообще не туда. Ну, как бы там вроде были моменты, где он в гроу попадал, но вот этот скримовый, это просто жесть какая-то фигня. Ну, короче, на любителя. Вот это, наверное, все-таки на любителя, на такого ностальгийного любителя металкора, алдового, точнее, даже не алдового, вот именно нулевых, когда они еще толком не умели играть. И вот играли что-то такое, типа. И да, вот кто такое любит, наверное, такой будет слушать, но я лично нет. То есть для меня это прям очень плохо. Но это неплохо с той стороны, что типа вот оно канонично плохо. То есть нет, канонично — это хороший металкор, я думаю, вполне себе. Типа намного лучше всяких вот этих Bring Me the Horizon, да, ваших, которые мы так любим, которые металкор превратили в попсу. Не, вот это трушный металкор. Но вот мне трушный металкор не нравится от слова очень-очень-очень совсем. Поэтому не буду ничего про них плохого говорить. Для них это, наверное, зашибись. И для любителей такого зашибись. Но это максимально не мое. Так что, в принципе, все. Спасибо всем, кто посмотрит реакцию. Ссылочка в описании. Нравится, нравится. Сами все знаете. Ну и больше нечего сказать. Так что переходим к следующей реакции. Я пошел. Пока.